август месяц – золотая пора для сбора и заготовки листьев целебного напитка, многим известного как иван-чай. И сегодня мы покажем вам, как это растение выглядит в живой природе и расскажем, что нужно для его сбора. Но для начала давайте немного подкрепимся. На поиски травы иван-чай. В прошлом году я нашел место, где иван-чай растет в избытке, поэтому заранее знал, что с пустыми руками уж точно не вернусь. Вообще же иван-чай растет на хорошо освещенных местах, опушках смешанных и хвойных лесов, осушенных болотах, железнодорожных насыпях, берегах карьеров, оврагах и лесных ручьев. В данном случае он растет в глубине хвойного леса, но на относительно открытом и хорошо освещаемом участке среди сосен, зарослей кустарника и хвойных деревьев. О том, что вам нужно для сбора иван-чая. Мешок, нож и то место, где он растет. Минут работы, 2 пакета иван-чая у меня в руках. Запасы на зиму себе обеспечил. Запомните это местечко. Вот под этой осиной растет очень замечательный зеленый свежий иван-чай. В листьях иван-чая у скалистного содержится до 20% дубильных веществ и до 15% слизи. Слизь обеспечивает обволакивающие свойства ферментированного иван-чая, который снимает воспаление и утоляет боли, а также снимает судороги. Дубильные вещества обладают вяжущим, кровоостанавливающим и противовоспалительным действием. Лично я собираю иван-чай для последующего изготовления так называемого копорского чая. Дело в том, что до начала 20 века значительной популярностью в различных регионах России и у самых широких слоев общества пользовался горячий напиток из иван-чая узколистного – копорский чай. Название копорского он получил по названию местности Копорье в Петербургской губернии, которая стала центром производства копорского чая и его торгового распространения по всей России и Европе. Его получали, заваривая листья растения после их ферментирования и сушки. Сегодня иван-чай можно приобрести в любой чайной лавке и не только, но технология его сбора и изготовления настолько проста, что доступна каждому. Да и прогулка в лесу на свежем воздухе, согласитесь, весьма приятное времяпровождение.
Собранные растения иван-чая подготавливают к ферментации и сушке. Для этого листья отделяют от стебля. Процесс ферментации – очень важный этап, заключающийся в окислении чайного листа. Сок чайных листьев вступает в реакцию с кислородом, и под действием микроорганизмов, которыми насыщены листья, начинается брожение. Поэтому листья иван-чая ни в коем случае нельзя мыть. Вода смоет все микроорганизмы, которые нужны для процесса ферментации. Процесс ферментации также определяет то, какой вид чая получится в результате. Но это уже совсем другая история. Друзья, как бы это ни было печально, но пришло время собираться домой. На самом деле, дня, проведенного в этом месте, катастрофически недостаточно. Лично мне хотелось бы остаться здесь как минимум на 2-3 дня, развернуть лагерь, обустроить быт, благо с дровами здесь никаких проблем нету. Дышать этим свежим лесным воздухом, наполненным запахом хвои. И просто сидеть на стульчике, смотреть вдаль и ни о чем не думать. Возможно, когда-нибудь эта мечта осуществится. А пока собираемся в обратный путь. Спасибо за дары этого леса, за иван-чай. Спасибо всем тем, кто досмотрел этот фильм до конца. Всем удачи, до новых встреч.